Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики. Я надеюсь, что вы уже удобно устроились у телевизионных экранов и готовы слушать сказку на ночь. Тогда я начинаю. И сегодня продолжу читать вам рассказ о том, как Хома с муравьем дружил. Хома суслику так однажды и сказал: «Хорошо тебе, живешь и в ус не дуешь», – напыжился суслик. «Ага, хорошо, не дую, не то что ты». «Ладно», – обиделся Хома. «А почему не дуешь?» «Куда?» – оторопел суслик. «В ус». «Потому что живу хорошо», – нашелся суслик. «Если хорошо живут, то обязательно в усы дуют. Вот так. Пф-пф-пф». Заносчиво подул Хома в свои усы, влево и вправо. Суслик потерянно молчал, а потом: «Я дую, дую! Фу-фу-фу!» «А раз дуешь, значит, тоже плохо живешь. Кто хорошо живет, тот в ус не дует». Наконец запутал его Хома. «Так-то!» Приструнил он суслика, окоротил, да легче от этого жить не стало. Все время одна и та же мысль гложет. «Вдвоем в одной норе живем, а суслик-то один в одной. Скорей бы зима подходила, муравей обещался лишь до холодов задержаться». Но того никто не подозревал, что приближалась беда. Лиса и волк, они вновь к ним в рощу вернулись. Давно зарились на Хому и суслика. На Хому даже больше, он толще. Да уж очень и Хома, и суслик осторожные были, всегда начеку. Вот и придумала лиса для них хитрую ловушку. Она предложила волку поймать их на удочку. Умная она, лиса, недаром ее дразнят, рыжая. Все рыжие звери умные, тигры хотя бы или рыжие коты. Неспроста ведь поговорка имеется: «Что я, рыжий?» Так сходу отвечают, когда что-то невероятное предлагается. Тем самым утверждают, что на такое лишь рыжий решится, а остальным тут делать нечего. Ну, а лиса-то рыжая из рыжих, ей не к лицу отказываться, что я рыжая. Ей все нипочем. Такой уж уродилась, рыжей. Она и придумала эти самые удочки на мелких зверьков. Вообще-то несложная снасть. Надо нагнуть гибкую длинную орешину до земли, закрепить легонько и привязать к ней затяжную петлю, замаскировать и насыпать внутри петли корму. Ловушка готова. Заденешь случайно конец орешины, он резко выпрямится и повиснешь, захваченный за лапы петлей в воздухе. Из чего лиса петли сделала? Да из высокой травы сплела. 3 дня пыхтела, старалась. Наверное, все на свете рыжие изобрели. Вот и попались как-то Хома и суслик на удочку. Точнее, на удочке. Висит каждый на своей орешине. Хома головой вверх, за передние лапы пойман, а суслик головой вниз, за задние лапы петлей схвачен. Сами виноваты, пожадничали. Нет бы призадуматься, отчего это ни с того ни с сего были орешки лущеные под кустами насыпаны. Лущеных орешков просто так не бывает, их сначала разгрызть надо. А кто разгрыз? И почему не съел, и зачем здесь оставил? Вылезают из засады лиса и волк, довольные. А Хома их не видит, кричит лучшему другу: «Что там внизу?» «Конец пришел!» – трясется суслик.
«А разве он ходит?» – растерялся Хома. «Кто?» – жутким голосом сказал суслик. «Конец!» «Конец не ходит, а приходит! Я говорю, нам конец пришел!» «К нам?» – ослышался Хома. «Откуда?» – вертится он, стараясь вниз взглянуть. «Оттуда, из-за кустов!» – вскипел суслик. «Не обманывай! Раз конец не ходит, значит и не приходит!» Нашли о чем спорить. Тут внизу гибель неминучая, а они выясняют, кто да что и откуда. Ну а что же произойдет с нашими героями дальше, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас посмотрите мультик и быстренько укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания, спокойной ночи.